Спокойно взглянуть часок прочь. Я ведь могу избавиться от всех этих хлопот. Позвать сюда господина Мистигриса. А вот и сам знаменитый министр, который заботится о процветании Салерно от имени короля Кушевье. Любезный, наконец-то! В моем королевстве происходит черт знает что, а я король узнаю об этом последнем. Прошу прощения, ваше величество, все в порядке. Три ссоры среди матросов, 6 ударов ножом, 30 краж, 2 убийства, 3 отравления. Происшествий нет! И это все, что вам известно? В таком случае я знаю больше вашего. Какой-то человек верхом на вязанке проехал через площадь и околдовал мою дочь. Она хочет выйти за него замуж. Ваше Величество, я все это знал, но не хотел вас утомлять такими пустяками.